Мы в Добеле. Купили билеты. И едем в Брундальский замок. Вот я принцесса. Вот. Я там уже была несколько раз, а девчонки еще не были ни разу. Вот решили съездить, посмотреть. Я добиралась, меня возили туда на машине, а сейчас первый раз вот едем на автобусе своим ходом. Погода великолепная. А еще мы купили вкусненький сок. Да, главное взять с собой водичку и вкусики попить взяли. Ну все. Надеюсь, что путешествие будет хорошим. Мы и Брундале с нами. Здесь все отлично. Я первый раз в Брундальском. Да, девчонки, первый раз. Ну что могу сказать? Ой, какой запах липы. Боже, потрясающий. Что я хотела сказать, что этот замок принадлежал Берону. Это была летняя резиденция герцогини Курлянской. Что мы там смотрим? Где вход? Да, я тоже смотрю, где оплачивать. Пока что не вижу. Наверное, вовнутрь надо зайти. Вот. И к тому же это замок Растрелли. Строился он с 1736 по 1768 году было только открытие. Но он был разрушен практически. Практически весь был разрушен. И его начали реставрировать где-то в середине 80-х годов. И вот посмотрите, какая красота. Еще что полностью отреставрирован. Он самый маленький из трех замков. Как я уже говорила, это как матрешка. Вот этот Брундальский замок, он самый маленький. Потом идет Елгавский дворец. А затем уже, в Санкт-Петербурге. Что у нас там за окном? Собачки гуляют. Красиво. Похож, но это, наверное, не он. Зеркало. А мы поняли, что тут на столике. Мощное. А что это? Столик. Не надо, что нельзя руками трогать. Это я в старинном зеркале. Ой, встану поближе. Сейчас главное не дотронуться, чтобы не пищало. Здесь у нас стеклянное изделие. Вот, современный бус. Подсвечники, вазочки. Ну все, заходим смотреть, что у нас сегодня на обед. Ой, что-то огонь уже не горит, мы немножко запоздали. А он что, должен гореть? Я шучу. Вот это. Опять со вспышкой. Смотри, вот это. Вот такая вот.
только руками ничего не трогай, иначе оно все будет пищать. Хорошо? А туда можно? Ну все, день заканчивается. Служебное помещение. Все позолота. Каждая вазочка стоила столько, сколько получается у нее золотых. Представляете, сколько стоила вот эта вазочка? Скорее всего, приемная. Вот, бесконечный ряд стульчиков. Здесь тоже есть вазы китайские и столики из цельного куска мрамора. Диваны. Расписные потолки в стиле того времени. Такие мощные двери. Здесь мы видим портреты живущих, наверное, здесь. Красиво? Здесь выпускники танцуют свой выпускной танец, вальс. Здесь такая небольшая, да, будуар, по-моему. Для умывания, я думаю. Умывание? Угу. Кабинет при белом зале. Вот, Виктория все прочитала. Сразу все понятно. Белый рояль. Виктория в белом зале.
голубая комната. Ковер тоже подходит тут. Камин. Да, цветы. Цветы, а в середине чей-нибудь портрет. И тут разные книги, книги. Такой вот диван со столиком, кресло, стулья, зеркало. Очень красивое тоже. Вот этот столик очень красивый. Изображение Моисея с посохом. Змею. Тут в основном библейские. Здесь библейские эти. Вот это вот добрый самаритянин. Я так думаю. Находимся в библиотеке. Очень мягкие тона. Вот на 18-й я уже закончу свое видео. Сейчас мы можем посмотреть, в каком состоянии находился дворец до реставрации. Это вот такой пол. Вот такие стены. А мы не хотим? Нет, вот такой потолок. И картины тоже вот реставрировались. Здесь написано.
написано, в каком состоянии были картины. Картины, фрески. А? Ну, а как же, конечно. Людям же надо было в туалет ходить. Туалетная комната. Здесь вот ванну принимали. И также по своим делам ходили. Да, точно. Спасибо. Тут опасно ходить, ребята. Ну, двери тоже такие вот все обшарпанные были. Да, это реставрированная. О, свет горит. Конечно, раньше не такой свет был. Тут свечи зажигали. Смотри. Здесь, наверное, тоже будуар. Да, здесь будуар. Видишь там? Причесывались, расчесочка стоит. Это кисточка для нанесения пудры. Это все вручную ткалось, создавалось. Это спальня в зеленом стиле. Смотри, пусть я правильно сказала, это спальня. Сейчас скорее. Давай, проверяй. Ухоженный сад. Пожалуйста, не трогай, не трогай, нельзя. Кстати, хочу. Такой красивый. Очень красивый. Ухоженный. Ну, ты понимаешь, как у тебя надо. Прошу, дорогие гости, садиться за стол. Сейчас принесу плов. Звуки. Сейчас посмотрим. Ой, какие красивые. Сейчас посмотрим. Помните, руками только, пожалуйста, ничего не делай, ладно? О, смотри, какие девочки. Такие маленькие уже в таких платьицах. Одна старшая, а другая. Да, чуть-чуть. И мама их королева. Ага. Это кто, это король? Король. Я думаю, да, похож. Не похож, а я не помню. Да? Ну, хорошо, хорошо. Да, я отыграли. О, смотри, знаешь, во что играли? Это мы нарды. Да. Нарды. Там мы с мамой играли нарды. Вот, видишь, древняя игра. А это? А это что? Это вот числа надо, да? Отгадывать. Как это называется? Забыла игра. Надо кубик бросать и попадает в число. Ага. Эй, что это? Свечка. Свеча? Вот в карты играли. Карты обыкновенные. И вот кубик. А, они
они с кубиком играли. Да? Какая бота? Что там? Ходилки. Телефон один. У мамы. О, это как его лото. Это домино, домино. А, домино. Вот эти маленькие такие. Это, наверное, из костей сделано. Из бивней из костей. Красиво. Смотри, да, это шахматы. Китай против кого? Не знаю. Японцев? Не знаю. Ну, мне вот эти китаисты нравятся. А еще черные тебе нравятся, да? Где? А там, видишь, не белые, там зеленые. Черные братья в зеленом. Или фиолетовые больше, даже не знаю. А тут во что играли? Тоже как карты, да? Похоже. Черви, крести. Это лото, по-моему, цифры. Интересно. Идем. Охотничаку. Вот трофей. Конечно, я охотничаю. Здесь такое сильное охлаждение, что было холодно. Очень холодно. Все видно. Виктория вообще замерзла. Это комната собрана. Родословная. Угу. Родословная. И родословно от дочерей. Но очень много пустых, очень много пустых мест. Неизвестность. Вот от дочерей вообще, смотри, вот это бюро, три дочери, и вообще очень мало, да? Где? А, от нее? Здесь много ковров. На полу, да? Так, пожалуйста, близко не подходи, чтобы он не кричал, ладно? Пойдем, да? Тоже красивые часы. Thank you.
столик для комнаты. Одежда. Вот, я про это говорила. Кружева. О, смотрите, какие чепчики, видели? Для детей, для деток. Века. Это для 18 века. Веночек. Бантик. А вот еще. Вера. Вот какое платье. Утренницы. А почему печку для духов? Вы заметили, какой маленький, какая маленькая обувь? Да. Какие маленькие ножки были. Собачка. Да, животных тоже любили. И я. Это я. Тут тоже кружева. Это все вручную, блин. Что это звук? Ну, кто-то дотронулся. Ничего, не попало. Точно? Хорошо, у тебя здесь такое. Часы. Сакты. Наверное, спальный халат для мужчины. Тут родословная фон Бер. А это кто? Герцог. Это кузены. Наверное, нельзя. А что там? А вот тоже там. Болит, одежда. Часы. Обувь. Жилет. Угу, я заглянула. Это курзинная семья. Курзинная? Нет? Да, вот книги мне всегда интересны. Как рисовались. Посмотри, пожалуйста, здесь кого родословную. И Кусь, посмотри, пожалуйста. Выставка у Ляндовская герцогиня Доротея. Доротея и род графов
Медем. Значит, здесь курляндская герцогиня Доротея и род графов Медем. Вот бабуля. Угу. Письма, да? А вот здесь. Браслет подарили. Снег. Снег. А вот рисунки. Угу. А вот здесь хранилась черника. Угу. Или чай. Здесь кафе, ага, я заебусь. Золотой гребешок. Тоже использовалась где-то. Все, садится батарейка. Многое останется не заснято. Ой, не холодно, ужасно холодно. Ну, и где? Здесь кругом липы, поэтому, конечно, запах изумительный. Он айс ходит, ага. Косит траву. Каштаны. Здесь такое кафе, где можно перекусить. Здесь яблоневый сад. Так приятно в летнюю жару гулять по такой аллее. Вот женщина предлагает.